В музыкальном театре Карелии немецким реквиемом Иоганнеса Брамса открылся 8-й фестиваль искусств «Онега Классик». Концерт посвятили памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево. Произведение классика прозвучало в исполнении академического большого хора «Мастера хорового пения» и солистов Московского театра «Новая опера» Василия Ладюка и Ирины Боженко. Те, кому не удалось попасть на церемонию открытия, смогли сегодня услышать знаменитый хоровой коллектив «Кон». Фестиваль продлится 2 недели и завершится 23 мая концертом «Тайны викингов».